Практически каждый, у кого есть собственная квартира, рано или поздно сталкивается с капитальным ремонтом. Как сделать эти неизбежные траты более комфортными, расскажу в программе. Также в программе составляем смету расходов на капитальный ремонт в двушке. Какими банковскими предложениями можно воспользоваться, чтобы откапиталить всю квартиру в самые короткие сроки? Кредитование под залог. Практика распространенная и проверенная по всему миру. Прямо сейчас я нахожусь в одном из крупных магазинов отделочных материалов для того, чтобы сразу в одном месте рассчитать, сколько потребуется денег на капитальный ремонт двухкомнатной квартиры площадью 64 квадратных метра. В расчет будем брать качественные, но доступные по стоимости материалы. Начнем с напольных покрытий. 33 класс – это прочный ламинат. Он используется для помещений с высокой проходимостью. Чтобы уложить таким ламинатом полы, понадобится от 25 тысяч рублей. Если говорить про обои, то специалисты рекомендуют виниловые на флизелиновой основе горячего тиснения. А сколько по стоимости вообще будет разбег? Так, горячего тиснения от 700 рублей до 2000. На нашу двушку нужно будет около 6 рулонов плюс клей. Это от 10 тысяч рублей. В ванную комнату и санузел на кафель ушло бы тоже порядком 10 тысяч без учета работы. А на сантехнику, саму ванную, раковину и другие необходимые предметы от 30 тысяч в лучшем случае. Стоимость комплекта межкомнатных дверей от 5 тысяч. Нам нужно 3. Сумма, соответственно, увеличивается. То есть даже по основным категориям набегает приличная сумма, а сколько еще нужно? И сразу понятно, что капитальный ремонт – дело очень затратное и затянуться он может надолго. Но чтобы не ждать, некоторые банки предлагают комфортные кредитные решения. Если нужен большой ремонт в квартире, на даче, или вы планируете ремонт автомобиля, возможно, поездку в отпуск, а то и все вместе, то кредит под залог недвижимости – оптимальное решение. Можно получить до нескольких миллионов рублей под комфортные проценты. Тем более, что с недавнего времени ставку снизили от 9,9% годовых. Максимально возможная сумма – до 30 миллионов рублей. Сроком – до 20 лет. Несмотря на привлекательность условий, некоторых может насторожить слово «залог». Залог – это всего лишь гарантия серьезности намерений клиента. Недвижимость не переходит в собственность банка, а после оформления кредита вы так и продолжаете жить в собственной квартире, но уже с хорошим ремонтом. То есть банку залог нужен, чтобы обеспечить комфортный процент по кредиту, который даст возможность сделать ремонт во всей квартире в самые короткие сроки. Также, как мне объяснили, кредит под залог недвижимости – это универсальный продукт. Им можно воспользоваться для рефинансирования. Объединить несколько кредитов в один на более выгодных условиях. Вложить деньги в бизнес, купить новую машину, квартиру. Причем, если у вас остались деньги, то распорядиться ими вы можете на свое усмотрение, в отличие от ипотечного кредита. Спонсор программы – Банк Восточный. Актуальное предложение – комфортный кредит под залог недвижимости от Восточного банка, доступная процентная ставка, длительный расчетный период, минимальный пакет документов, индивидуальный подход к каждому клиенту.